Живописью Арина Баткова занимается относительно недавно. Лишь год назад девочка решила научиться красиво рисовать. Родители инициативу поддержали и отдали дочь в видновскую арт-студию. Работает в разных жанрах, но больше любит изображать животных. Потому что они милые. Может быть, какое-то определенное животное? Котов, собак, фламинго. Я мечтаю стать ветеринаром, а рисование – это будет мое хобби. Таких талантливых детей в Ленинском городском округе много. Об этом свидетельствует наличие школ дополнительного образования, где ребятам помогают раскрыть себя. Одна из них организовала видным отчетную выставку-концерт. Я люблю праздники. Я очень люблю праздники, поэтому Новый год вообще любимый праздник. У нас на Новый год здесь было человек, наверное, 400. Мы боялись, что все не влезут. Отчетники мы проводим ежегодно. Это такое мероприятие для детей, чтобы они финализировали свои успехи за год и поняли, ради чего они это делают. Потому что, когда они рисуют и складывают это дома или вешают на стеночку, это здорово, но классно, когда они могут посмотреть на эти картины. В арт-студии Евгении Егоровой занимается порядка 150 человек. 30 лучших художественных работ представлены на отчетном мероприятии. Разные жанры и техники, буйство красок и фантазии. Здесь идеологическая и патриотическая направленность, которая тоже сегодня востребована и, скажем так, крайне необходима для воспитания будущего поколения, потому что мы видим, какая обстановка, мы видим, сколько фейков и искажений, в том числе и в истории. И это нужно обязательно рассказывать, объяснять, конечно, доступным языком, доступных формам. Но, тем не менее, уже видно по тем работам, которые сегодня здесь представлены, что эта работа ведется. Отчитались в этот день и воспитанники театральной студии, где в этом году открылся танцевальный класс. Каждый ребенок и каждый взрослый индивидуален, у каждого свое видение, свой подход, и мы стараемся это приветствуем, поддерживаем это. Конечно, у тех, кто стремится к какому-то результату, он обязательно есть, прогресс виден. Плодотворной работе арт-студии способствует сообщество женщин-предпринимателей «Нежный бизнес». Помогает наладить взаимодействие с администрацией Ленинского городского округа, средствами массовой информации. Представители общественной организации имеют возможность делиться бесценным опытом и делать свое предприятие еще успешнее. Мы растем, развиваемся. В Ленинском городском округе нас порядка 150 женщин-предпринимателей из разных профессиональных областей. Все между собой взаимодействуют, нет совершенно никакой конкуренции, потому что наши ценности в том, чтобы помогать экологично развиваться, то есть совмещать и свои женские обязанности, и бизнес. Вот мы дружим и поддерживаем друг друга, коллаборируем. У нас рождается внутри сообщества очень много интересных разных проектов. На отчетном мероприятии собрались сотни участников. Интересно было и детям, и взрослым. Дополняла выставку ярмарка-продажа необычных вещей ручной работы. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.